Зараз поговоримо з Антоном Наумлюком, він є головним редактором видання «Грати». Антоне, привіт, чи чуєш нас? Да, здравствуйте. Ну от саме говоримо дійсно на прикладі цих штрафів для кримсько-татарської пенсіонерки, про те, що писали «Грати», говоримо про, ну, скажімо, протестні настрої в Криму. Звісно, що і тобі ми ці запитання вже ставили в ефірі, але все рівно ми побачили Кримський міст, ми побачили вибухи на Кримському мості. Що тобі відомо про те, що це змінило всередині тимчасово окупованого Кримського півострову? Ну, мне кажется, что два фактора, которые влияют очень сильно на настроение, я бы не сказал, что они как-то кардинально меняются. Скорее, те, кто боялись высказывать свои настроения там публично, в социальных сетях, скорее перестают этого бояться все больше и больше. Первый фактор – он, скажем так, со стороны России скорее, это объявление мобилизации и эти бесконечные повестки, попытки найти молодых людей, привлечь их в армию, там буквально поиски на работах, в университетах и так далее. Несомненно, что это очень сильно повлияло и очень сильно раздражает и тех людей, которые, тем более тех людей, которые проукраински настроены и которые вообще-то ожидают освобождения полуострова, теперь они столкнулись еще и с тем, что нужно, кроме того, что нужно приходилось скрывать свои настроения и не выражать их публично, так теперь еще и приходится скрываться вот чисто физически. Довольно большое количество людей, насколько я понимаю, в том числе и среди крымских татар, выехали с полуострова, дабы избежать вообще какой-либо связи с российской армией, с российскими силовиками в связи с мобилизацией и так далее. А второй фактор – это как раз те события, которые происходят со стороны ВСУ, и не только, это и успешное наступление, и освобождение территорий и на юге, в том числе в Херсонской области, в том числе, то есть это все ближе и ближе подбирается к Крыму, это и взрыв на Крымском мосту, то есть все это, судя по соцсетям и судя по отзывам крымчан, с которыми мне, во всяком случае, удавалось общаться, это вызвало такую довольно большую реакцию, бурную реакцию, скорее такого ожидания, такого нетерпеливого ожидания, скорее, тех событий, которые могут привести к освобождению полуострова или хотя бы к каким-то, ну, какому-то началу этого освобождения. Поэтому не скажу, что кажется, не скажу, что настроения как-то кардинально меняются. Скорее у людей появляется больше мотивации выражать публично свои настроения. То же самое можно сказать и к пророссийским настроениям, но кажется, что таких настроений все меньше и меньше, и выражать их, во всяком случае, становится не то чтобы не модным, но как-то кажется, что их, в общем, все меньше и меньше становится даже в соцсетях. Ну, от трошки ще попитаю тебе про міст. Ми ж розуміємо, що не тільки, ну, частина автомобільної частини була зруйнована, а також був зруйнований міф про Кримський міст, в тому сенсі, що він якось там дуже сильно захищений. Ну, ми тут жартуємо, що навіть бойові дельфіни мали якось його охороняти, винищувачі, якісь, я не знаю, водолази, коротше, величезна кількість підрозділів російських силовиків мали це робити. І от ми побачили те, що побачили. Міф про те, що наскільки захищений Кримський міст та Крим особисто. Що про нього зараз думають, ну, ті люди, з якими ти зміг поспілкуватися? Ну, мені кажется, що це дійсно така очередной гвоздь в крышку гроба мифологии о непобедимости там российской армии, о всеохватности действий ее спецслужб и так далее. В общем-то, весь мир видит и качество ее армии, качество подготовки ее бойцов и там техники устаревшего вооружения и так далее. И с вопросом безопасности, с вопросом даже не то, что безопасность, скорее с вопросом контроля за территорией, контроля за ситуацией вообще,
тут, мне кажется, тоже это все совершенно стало очевидно. Не скажу, что это, опять же, не скажу, что это прям как-то там кардинально изменило мнение о силе российской армии, российских спецслужб и правоохранительных органов. Скорее, это просто очередное такое очень яркое подтверждение тому, что никакой там силы, в общем-то, и нет. И все это скорее бутафорное такое, как бутафорная была работа с там спецслужб в Крыму, поскольку все, кто сталкивались с политически мотивированными делами, будь то обвинение там крымских татар в причастности к экстремистским или террористическим организациям, будь то уголовные дела о подготовке диверсий, вот все, кто разбирается в этих делах и все, кто наблюдает за ними, могут сказать, что там почти полностью эти дела сфальсифицированы, почти полностью они основаны на каких-то придуманных совершенно фактах. И, в общем-то, почему, если там эти факты придуманы, почему, если Нариман Джелял обвиняют в диверсии, и его дело там совершенно сфальсифицированное пришло в суд, почему во всех остальных, во всей остальной деятельности спецслужб не будет такого же придуманного и не будет такой же бутафории? Вот очевидно, что это совершенно бутафорная деятельность, и никакой силы она из себя не представляет. При этом, конечно, все равно она остается опасной для и активистов, и крымско-татарских, украинских активистов, которые проживают в Крыму. И вот вчера мы в этом убедились, когда с самого утра проходил обыск у Асана Чепуха. Это такой ветеран крымско-татарского движения. Он уже пострадал и уже провел несколько месяцев, там больше года провел в заключении когда-то в 17 году, и вот теперь снова к нему пришли, но вот теперь преследованию подверглась его жена просто за антивоенное высказывание в Фейсбуке. Ну, от саме трошечки хотів ще про Асіє Чапух поговорити, так, кримська татарка, яку, ну, от саме ви писали, видання «Грати», і це твоя публікація, власне, про те, що вона отримала 3 штрафи, що вона серед іншого писала про те, що ми маємо сказати це вголос: Росія – фашистська держава, фашистська країна, то що далі може очікувати на Асіє, що далі може очікувати на неї, ну, от крім цих штрафів, чи штрафами все-таки вони обмежаться? Ну, во-первых, она, признавая сам факт публикации, она все-таки не говорила в суде, что это она их писала. Я так подозреваю, что это такой акт большой любви, когда она просто сказала во время обыска, что контролировала компьютер она, и ее должны привлечь к ответственности, а не ее супруга, которая сейчас, к сожалению, переживает 4-ю стадию рака, и вряд ли для него бы это было как-то безопасно пойти в суд, пережить эти все суды и задержания. Вот. Так что я бы тут не сказал, что это прямо Ананта написала, я бы не стал так утверждать, но в целом понятно, что это такая общая, ну, в какой-то степени консенсусная точка зрения, которая довольно распространена среди крымских татар. Я не думаю, что дальше будет какое-то преследование дальнейшее ее, если не будет повторяться публикация. Понятно, что за этими публикациями следят, за основными, самыми яркими представителями там крымско-татарского движения и движения «Крымская солидарность» следят. И оперативники Центра по противодействию экстремизму, и ФСБ следит. Следят масса, как это, бесплатных помощников, типа блогеров. Например, вот о публикациях на странице, за которую потом судили Асия Чепух, об этом написал местный блогер, такой пророссийский и очень поддерживающий войну, военные действия, Александр Талипов. Он периодически пишет такие доносы. После этого или в связи с этим, там не очень сложно разобраться, в связи с этим, по всей видимости, происходит преследование людей, о которых он пишет. Поэтому там помощников таких много. Если не будет каких-то повторения каких-то таких публикаций, думаю, что 67-летнюю Асию Чепух вряд ли кто-то дальше будет преследовать.
по большому счету, все эти меры, все эти задержания, ранние утренние обыски, там суды, которые, результаты которых предрешены с самого начала, естественно, они несут с собой одну цель – заставить людей замолчать, заставить не высказывать свою там антивоенную, проукраинскую и так далее позицию публично. Ну, от саме в твоєму тексті я і прочитав про те, що дійсно після доносу цього проросійського блогера Таліпова почалися ці переслідування. Скажи, будь ласка, чи є в тебе можливість слідкувати за проросійськими блогерами в Криму? В тому сенсі, що це дуже важливо, щоб знати, яким чином змінюються їхні публікації, яким чином змінюється інтонація їхніх публікацій, тому що ми розуміємо, що вони отримують нові методички. Наприклад, в них точно були методички щодо Кримського мосту, вони такі були розповсюджені по всій Росії та тимчасово окупованих територіях, так? Там, наприклад, треба було говорити про те, що міст не зруйнований, а частково пошкоджений, скажімо. От чи слідкуєш ти за цими блогерами, і що вони взагалі пишуть про те, що відбувається в Криму, що мають знати кримчани, читаючи те, що вони пишуть? Ну, если честно, это довольно скучное занятие, поскольку к реальности это имеет очень мало отношения. Подозреваю, что за их там деятельностью и за их там высказываниями и постами, и вот такими, например, публичными доносами, после которых преследуют украинских граждан, следят, наверное, скорее всего, там, может быть, крымская прокуратура, наши в Киеве там или еще кто-то, а следить за ними и отслеживать, как меняется их там интонация, какие методички они сейчас используют, ну, разве что из научного какого-то интереса. Поскольку это все действительно очень мало имеет отношение к реальности. И люди, которые там живут, и которые видят, что происходит у них перед глазами, они, естественно, понимают, что разница между тем, что их окружает, и разница тем, что пишут, например, такие блогеры, или там пророссийские какие-то авторы, или там пропагандистские СМИ, которые работают на там и оправдании какой-то поддерживают военные действия и там какую-то истерию, военную истерию среди населения. Ну, разница между этим очевидна, и я не знаю, не знаю и не задавался вопросом, насколько люди понимают эту разницу и пытаются ее ну, как-то отслеживать в своей жизни. Ну, ти знаєш, вибач, що перебуваю, але ми ж розуміємо, там, з одного боку, так, звісно, для всіх притомних людей, ну, що вони розуміють, що це не може бути правдою, з іншого боку, ну, да, коли, коли ми бачимо, що тут в Україну, скажімо, приїздять оці так звані чмобіки, і потім розповідають про те, що вони ж хотіли захищати народи Донбасу, тому що бомбілі Бомбас і так далі, тобто ми розуміємо, що все-таки пропаганда, ну, вона діє, ну, ми не знаємо, єдине, що наскільки вона діє на тих, хто щось розуміє в Криму. Добре. Слухай, ну от є ще тема, ти вже, ну, трошечки говорив про неї, саме мобілізація в Криму. Ми вчора буквально побачили оті такі дуже дивні відео, які були зняті в Москві. Ми розуміємо, що це столиця Росії, так? І що там відбувалися такі облави, ну от конкретно, що десь там знаходили чоловіків, там десь їх підстерігали якісь різні люди, видавали їм повістки. Ми дивувалися, тому що пам'ятаємо, що все-таки, ну, завжди такою стратегією Росії було те, щоб роздавати повістки та мобілізувати тих, хто проживає в таких депресивних віддалених регіонах. І от Москва, ну, це якось нетипово. Ну, здається, що це, ну, не дуже правильний хід з їхнього боку, якщо можна говорити про правильні ходи. А от в Криму як це відбувається? Чи також там є облави, чи ти знаєш про це? Вот это как раз один из вопросов, который, очевидно, вызывает противоречие между тем, что происходит в реальности, и тем, что там, я не знаю, заявляет Аксенов или там пишут какие-то провластные блогеры, и, там, пророссийские СМИ пропагандистские. Аксенов заявлял еще какое-то довольно долгое время назад, что
квоты на мобилизацию в Крыму выполнены. На самом деле повестки все равно приносят. Это не делается так громко, как это было в самом начале, когда буквально ходили в учебные заведения, ходили в медицинские учреждения и забирали врачей буквально чуть ли не с места работы, а студентов буквально с парой с учебы снимали. Сейчас вроде бы как-то поуспокоилось это, ну и довольно большой отток все равно произошел людей, которые хотят избежать мобилизации, вообще не хотят с этим как-то сталкиваться. Многие уехали, и в том числе, там, я знаю, довольно много людей, которые выезжали за рубеж, куда-то пытались выехать с семьями, просто для того, чтобы вот вообще никак не сталкиваться, переждать эту напасть. Сейчас вроде бы как потише, но все равно повестки носят. Все равно, как бы там ни называли ее, частичная мобилизация, есть квоты какие-то региональные и так далее, всем очевидно, что мобилизация совершенно полная, что забирают вообще без всяких параметров. Это не только те, про кого было декларировано, что будут забирать только тех, кто служил, тех, кто там, у кого есть нужная там воинская специальность и так далее. Нет, забирают вообще всех, вне зависимости там, от служил, не служил, есть семья, нет семьи и так далее. То есть попадают, вот кто попался, того и забирают, тому повестку и выписывают. Вот это один из таких моментов, который, очевидно, должен вызывать какие-то противоречия между тем, что говорится, и тем, что на самом деле происходит. А як можуть от наразі тікати від цього призову, від цієї мобілізації ті, хто проживають в Криму? Тобто вони якось через Росію і далі кудись виїжджають? Чи відомо тобі про це? Ну, вот когда еще движение по мосту сохранялось, и можно было уехать там более-менее без таких напряжения сил, как сейчас, то действительно уезжали и просто выезжали в Казахстан, выезжали очень многие в Турцию уехали, опять же через там Грузию, например. Так что многие уехали в страны Центральной Азии, там, где это возможно было. Довольно большой проблемой, довольно неожиданно, кстати, стало то, что многие те, кто выезжали, люди взрослые, и имея украинские документы, вполне успешно могли выехать. А вот дети, которые до 8 лет, у которых и у которых родители не позаботились сделать украинское хотя бы свидетельство о рождении, у тех возникли проблемы, потому что многие страны, и Грузия, и там Казахстан частично, никак не принимали документы, которые выдавала российская власть в Крыму, и, в общем, все правильно, по всем стандартам международного права считали их совершенно недействительными. И вот у таких людей возникали проблемы, но те, кто хотел избежать столкновения с этой государственной системой российской в связи с этой мобилизацией, те, в общем-то, наверное, большей частью виїхали і змогли як-то від цього скритися. Так, дійсно, ми також чули про те, що ну світ він просто не визнає ті документи, які Росія видає в Криму. Антоне, дуже дякую тобі за цю розмову. Антон Наумлюк, журналіст, головний редактор видання «Грати», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.